Кстати, вы знаете, что Ольга Андреевна дважды была замужем за одним и тем же человеком? Кто знает, похлопайте. Спасибо. Если что, это такая русская традиция. Теперь на один срок она должна выйти за Медведева. Затем обнулиться. Еще много лет быть счастливой замужем за Максом. Макс, без претензий. Самое важное, мы подходим к концу. Ольга Андреевна стала автором слогана «Вылюби свою кожу». Да? Все знаем? Все знают. Весь Волгоград знает. Нам стало известно, что сейчас она готовит новые слоганы. Дай себе помады по губам для губнухи. Одери меня как следует для воска под депиляцию. Мы хотим представить парад аудиосообщений для тех, кто не смеялся на шутки про голосовые. Начнем сейчас просто для разогрева. Саша, ты готов? Давай с первой. Поехали. Что-то вы меня бесите уже с этим визуалом, если честно. Это первое. Саша, давай вторую сразу. Это топ. А что такое уродское все? Я что знала сделать красиво? Блядь, вы что-нибудь можете сделать? Я ничего не понимаю. Вот я сказала, сделать красиво, красивый дизайн сделать, оформление. Блядь, что это такое? Саш, спасибо. Чуть прогреваем, давай еще. Кать, Лер, ну ёб твою налево. Витамин В нормализует работу нервной системы. Ну охуительно, давайте, блядь, еще и по вене пускать. Давайте, на самом деле мы не против пускать по вене успокоительное. Саш, давай еще. Свечку я ее сейчас подожгла, на мужа разлила, все нормально, она прикольная. Она прикольная, на мужа разлила. Саш, давай еще. Если мать моя будет спрашивать, перешли ей вот это голосовое и скажи, что Ольга Андреевна дала добро. Дала добро. Саш, последнее еще для разминки. Юль, вы опять начали писать какую-то хуйню. Ну, типа, вот все, у вас взгляд опять замылился, и такое ощущение, что это пиздюляторов не хватает. Масло в форме сердечка, которое покорит твое сердце. Блядь, ну, что это такое? Вот я зайду на какую-нибудь страницу, типа, масло в форме сердечка, которое покорит твое сердце. Ну, мне нахуй не надо вот это покорять мое сердце. Саш, это было третье место, но ничего страшного. Мы перешли к топ-2. Итак, второе место. Если кто-то сейчас кушает, вы можете кушать, потому что вам это не помешает. Саш, второе место. Обучение 10 дней. Вот с 20 по 30. Там есть четкое время уроков. И уроки в записи остаются, но только до 30 числа. Можешь послушать, может быть, тебе будет понятно. Мне непонятно, слово нихуя. Так, мы подошли к первому месту, оно называется «Бутылочка пива Андрея». Бутылочка пива Андрея, Саша, бутылочка погромче, бутылочка пива Андрея. Саша, офигенно, на самом деле это очень круто и очень классно будет давать отстройку, что мы на своем производстве самостоятельно выводим экстракты. Так, ну, в общем, понятно, я уже выпила бутылочку пива Андрея. Ольга Андреевна, давайте к нам. Мы хотим вам сказать огромное спасибо за то, что вставляешь в нас вот этот энергетический стержень каждый день. Дальше я пошел. Я даже не знаю, что сказать после такого поздравления. Ну, спасибо, наверное, будет сухо, но вам как бы и без смазки после этого. На самом деле, эти сообщения, которые прилетают 4 в 5 утра, они позволяют нам так быстро все делать.